Но, Зорька! Кто это? Дочь лесничего, Оленька Скворцова. А, это вы о ней говорили? О ней. В высшей степени достойная особа. Вы правы, Сергей Петрович. Замечательная девушка. А кто из них граф? Вот этот вот, маленький, с такими вот усами. Еще вопросы есть? Нет. Глуши мотор. Ясно? Такое хорошее настроение было, так нет. Выдумал какую-то аварию. Он не выдумал. При чем тут настроение? Я, мол, проглядел. А я спал. Да, ты спал. Мы видели. Ты вот скажи, что я спал. Ничего не говори. Спал и все. Какое его дело? Да ты успокойся. Люсь. Что он от меня хочет? Он очень высоко тебя ценит. Я что, вещь ваша ценит? Он говорит о тебе только самое хорошее. Стучат. Соседка. Странно, что стучат, а не звонят. Ну, электричество уже отключено, мам. Спроси, кто. Кто? Танюшкин, ку-ку. Ку-ку. Здрасте. Мамаш, Татьяну позовите, пожалуйста. Я Татьяна. Таня, кто пришел? Сейчас, мам, сейчас. Как, вы тут единственный, Татьяна? Да, единственный. Извините, подержите. Сейчас свяжемся. Пожалуйста. Господи. Столяров переулок, дом 13, корпус 3, квартира 27, да? 3Б. Чего 3Б? 3Б в смысле корпус. Что, есть 3А? Естественно, и 3В, и 3Г, и 3Д. Букву не сказал, попал.